Сборная Приморского края глухих по тэквондо готовится выступить на альтернативных сурдлимпийских играх. Они запланированы на июль в Республике Дагестан. Наша команда «Гризли» находится в лагере «Жемчужина». Мы готовимся к альтернативным сурдоолимпийским играм, которые будут проводиться в России. Грядущая альтернативная сурдолимпиада для многих российских спортсменов с ограниченными возможностями – шанс выступить на столь крупном турнире. Юный возраст учащихся краевой специально-коррекционной общеобразовательной школы-интерната первого вида нисколько не мешает побеждать взрослых и опытных соперников. Они ежегодно выигрывают медали на всероссийских турнирах. На базе интерната в спортивном клубе «Гризли» секцию тэквондо ведут титулованные тренеры. Муртазали Алиев из Москвы, который на сурдолимпиаде в Болгарии в 2013 году становится серебряным призером. И Денис Кунгуров, чемпион мира по пхумсе среди глухих, помогает общаться спортсменам и тренерам сурдопереводчик Ирина Тумилович. Анна Дьякова, новости на Восьмом.